что хочешь. Это очень полезная вещь. Только я хотел бы подарить его и это. Да, только чтобы мы с тобой вместе его подарили. Нет, чтобы ты написала о нем. Поздравляю, Пух. Это все? А что еще? Надо написать так. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Здорово. Так запиши. Только прибавь еще. Пух, а ты сам не умеешь? Вообще-то умею. Но у меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. Нет, все это здесь не поместится. Наши часы слишком много. Знаешь что, Пух? Скажи это просто так, на словах. А на словах я не умею. Ты не думаешь, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают. Ну хорошо, давай. Пятачок ужасно спешил. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок. Но как будто он сам вспомнил о его дне рождения без всякой подсказки. Он так размечтался о том, как Ива обрадуется его подарку. Сова через букву А. А правильно, сова. Ослика и А. Я сейчас фурил. Сорвал. Ну, сова, твою ж медь. Ешь твою медь через букву А. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто...